республика готова активно участвовать в формировании Международного финансового центра «Астана» как крупнейший региональный хаб. Сегодня в Казахстане стартовал форум исламской экономики. Рустам Миниханов выступил в числе ведущих спикеров. Почти 76% заправок по стране не доливают бензин. Такие данные после исследования озвучила Федерация автомобилистов России. Как результат, на некоторых АЗС реальная стоимость топлива составила 55 рублей за литр. В России через месяц повысятся госпошлины за выдачу загранпаспорта и водительского удостоверения нового образца. Соответствующий закон подписал президент России. Теперь за оформление загранпаспорта с электронным носителем придется заплатить 5000 рублей. We'll be right back.